Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, у нас сегодня с вами гороскоп на июнь 2020 года. И мы поговорим о знаках зодиака, которых ожидают фантастические перемены в жизни и ожидает их успех. В начале первого месяца лета для некоторых знаков зодиака наступит новый период в жизни. Белая полоса принесет им перемены в профессиональной, финансовой сфере и, конечно же, в личной жизни. И эти знаки зодиака станут главными счастливчиками июня. Кто же эти знаки зодиака? И на первом месте, друзья, у нас Овен. Представители данного знака зодиака в июне почувствуют, что их звездное время наступило. Жизнь Овнов начнет меняться в позитивную сторону. Им нужно избавиться от всех проблем и трудностей и двигаться вперед к своим целям. В личной жизни Овнов также ожидают перемены. Им удастся решить давние разногласия. Людям данного знака зодиака не стоит бояться заводить серьезный разговор со своим партнером. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Представителей данного знака зодиака весна совершенно не радовала стабильностью и успехами. А вот лето принесет в вашу жизнь, уважаемые раки, обновления. Раков ожидает карьерный рост и повышение в должности. Им стоит стать более уверенными в себе и в своих деловых качествах и тщательно рассматривать предложения о работе. Следующий знак зодиака, друзья, которого ожидают фантастические перемены в жизни и успех, это знак зодиака Скорпион. Представители данного знака зодиака весной этого года пришлось очень трудно. И на скорпионов свалилось много проблем и трудностей. При этом скорпионы не опускали руки, а продолжали выполнять свою работу. Поэтому июнь станет для них позитивным временем года. У скорпионов появится шанс открыть собственное дело, которое очень быстро начнет приносить им прибыль. Они могут также рассчитывать на перемены и в личной жизни. Только скорпионам нужно больше отдыхать и спать. Поэтому, уважаемые скорпионы, берегите себя обязательно в июне 2020 года и старайтесь побольше быть на свежем воздухе, отдыхать, потому что работа не всегда может вам принести радость и удачу. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну, а мы с вами услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!